Друзья, доброе утро! Давно не было видосиков на моем канале. Мы сейчас активно заняты открытием новой клиники в Херсоне. Я вот работаю в своей здесь, в Кардашинке. И прошу поставить много лайков этому видео, чтобы мне было стимул снимать ролики для вас. И сегодня ролик, касающийся проработки синдрома Т4, это зона от нижних шейных позвонков до верхних грудных. Так уж сложилось анатомически, что она не работает, у нас не включается. И какими упражнениями можно прокачать мышцы, самое главное, вот эти вот связки, надостистые, межостистые связки, которые держат капсулы фасеточных суставов. Они из-за длительной гиподинамии, садик, школа, институт не работают. Здесь развивается лигаментоз, и все просто проблема. Значит, каждый человек может держать у себя дома, на работе, в офисе, в машине вот такой вот мяч. Посидели вы за компьютером или за рулем, начало у вас здесь болеть, беспокоить, то есть шейно-грудной переход или холка. Берете мячик и вот так вот сжимаете перед собой. Очень хорошо прорабатываются, значит, мышцы, которые находятся между лопатками. Это зубчатые, ромбовидные, верхние, нижние. И мячик надо очень сильно накачать, чтобы он был упругий, и вы сжимаете его. Значит, эти мышцы хорошо включаются. Можно сделать упражнение на плечевой пояс, но это элементарно, я вам показывать не буду. Значит, дальше, что мы берем? Мы берем эспандер, я уже показывал, значит, упражнение с эспандером, ну, покажу еще раз. Растягиваем вот так вот впереди. Делать по 15-20 раз, 2-3 подхода. Это очень хорошо проработает мышцы и именно связочный аппарат. Можно делать на удержание. Вот вы растянули над головой и держите. Все мышцы, включая мышцы между лопатками, над лопаткой, надостистая, подостистая, большие, малые, круглые, вот под мышкой, все-все классно прорабатываются. Мячик упал, подкатился, вот так вот. Значит, чем хорошо резина, то что она сопротивляется вам. И вот в таком резиновом эспандере можно регулировать нагрузку вот каждой полоской. То есть каждая полоска где-то там 10-15 килограмм усилий. Вот вы прорабатываете. О! Аж прохрустели фасеточки. Классно, значит, все равняется, становится на место. И самое главное упражнение. Я показывал в инстаграме со своим малым, моему сыну 1,5 года, весит 15-16 килограмм. Я его вот так вот беру, играю с ним и поднимаю над собой. У кого есть штанга, берите штангу. Но хранить в офисе или в машине штангу невозможно. А вот гантельку 12-10 килограмм спокойно можно хранить в офисе, под столом, в машине, в багажнике, под сиденьем. И вы поднимаете над собой тоже раз 15-20, 2-3 подхода. Можно также само проработать плечи, то есть дельты. Значит, очень хорошо работает эта зона. И включаются лестничные также само. Стердокляйдомастоидус. Можно поднимать и удерживать. Значит, подняли и держим гантелю. Вот одной гантелькой, представьте, сколько можно придумать упражнений. Я гантелями занимаюсь, наверное, лет с 9-10. Сам тогда в спортивном магазине купил за свои собственные сэкономленные денежки 3-килограммовый и делал ими вот так вот. Начинал с 10 раз и довел до 500 за один раз. То есть руки у меня были сильные с детства. Всем пока! Спасибо за лайки, за репосты. С вами был Казакевич Виталий. Чао, бомбино!